Всем привет, с вами Николай Придачин и гоу-клубы НАМ и РСЭЙ. Мы находимся на фестивале Пифон Санкт-Петербург. Сегодня идет второй день. У нас снова отвал. Все столы заняты. Подходят, интересуются, нам просто не трудно. Рядом сеансы тоже большой интерес. Вчера ко мне подошел куратор стендов и сказал, что оказывается мы даже участвуем в конкурсе стендов. То есть мы идем как стенд по аниме Хикару и Го. Один из персонажей – такая будущая реклама визуальной новеллы, которую я надеюсь когда-нибудь сделаю. Все отлично. Единственный вопрос, что будет ли дождь, потому что вчера дождь нас согнал. Вот все мы вот там прятались от дождя. Это было тоже эпично, потому что мы играли даже там. Сегодня все супер. Всем привет. Эксперт, да, всем спасибо за внимание.